Всем хай, с вами Айрон, и сегодня мы будем играть в игру под названием Human Fall Flat. Это такая игрушка, где вы играете за пустельного человечка, и мы, в принципе, посмотрим настройки. Так, ладно, я понял, настройка локальный, выбор уровня, особняк, да, первый уровень. Чисто прилетели сюда на особняк. Нажмите для активации пульта. Вы только что взяли учебное видео. Держите его крепко. Отлично. Если вы заблудились или пали духом, поищите какие-нибудь пульты. При активации дает инструкции. И очень нужно совершенно бесполезно. Если рядом с вами нет пульта, то можно снова упасть духом. А можно поискать способ решения головоломки. Хорошо. Ну вот дверь, как я понимаю, да? А могу зайти? Да. Люди, они зайдут в любую попавшуюся на пути дверь. Прикольно. Так. И че дальше? Так. Надеюсь, может, не крока? Они нажмут все кнопки, какие только увидят. Вообще, да. Сохранение. О, опять эта фигня. О. Так. Направление руки. Вы можете дотянуться до предметов, на которые смотрите. Если вы не можете взять предмет или нажав на кнопку, дело не в руках, а в голове. Ну да, в принципе. Чтобы взять что-либо сверху, вам нужно посмотреть вверх. Логично. Вам нужно наклониться, чтобы забрать что-то из земли. А, вот. Не волнуйтесь, здесь безопасно. Типа... О! Забрались! Так, кнопка первая. О, они будут высоко тянуться и низко наклоняться, чтобы вы достигли своей цели. Опции. Звук. Слишком громко как-то. Звук просто, типа. Музыка. Я имею в виду. Музыка очень слишком громкая. Так, это. И хватать все, что им нравится, обеими руками. Так, ладно, все же покромче сделаем немножко. Вот так вот. У-ху! Они не умеют летать и никогда не научатся. Уху! Это даже типа пролог был, так сказать. Путеводитель. Угу. Вот какой-то поезд. Угу. Могу на него забраться. Куда мне надо? Угу. Я не знаю, я пока забираюсь. Сохранение. А вот, кстати, выход, смотрите. Выход. Так просто? А это зачем? Странные вы люди, конечно. Чё-то легко. Ну как-то я так быстро прошел. Третий уровень! Чё такое ту-ту? Пройти уровень поезд. Прикольно. Ачивку выполнили. Ту-ту. Так. Ага. Понимаю. Мне нужно коробку, типа, поставить, наверное, да? Я же умный. Наверное. Так. О! Идеально, смотрите. Так, тут... О, теперь сверху, смотрите. Вот так вот. Опа, берем. Коробочка, берись. Молодец, ты какая. Спасибо большое, то, что тут взялась. Так. Быстрее. Так, начать уровень санок. Так, хорошо. У нас дальше, смотри, тут опять какой-то... Опа, наверх надо. Правильно. Так. Так. А! Господи. Опа. Сохранение. Ага, мне надо вниз. Ага. А что так сложно? Ладно.
Опа, сюда. Походу. Опа. Давай, вперед к истине. Опа. Так, хорошо. Мы пока пошку поднимаемся. Так, нам надо, наверное... А, дебил. Ладно. Сейчас мы это... Немножечко вот так вот. О, правильно сделал. Так, теперь мы берем вот этот куб, так сказать. И теперь вот так вот. И теперь потихонечку, помаленечку мы будем продвигаться. Вот так вот. Вот так вот все это и работает, как я понимаю, да? Все, придвинули. Все, так. А! Тащим. Тащим. Тащим мы вот этот сундучок, так сказать. Тихо. Офигел? Там выход уже. Прикинь. Выход. Так. Ой, не то, не туда. Не туда. Не туда побежали. О! У-ху! Домой! Ура! Опа, не заноси палец. Уровень пройден. Хорошо. 6 минут все, что прошло. Мы уже сколько прошли, прикольно. Ой, понимаю, хорошо. Сейчас пройдем. И этот уровень, возможно. Если, конечно, простой. Ну, вроде немного там. Там вроде куда-то наверх надо, что ли, собраться. Фу! Вообще легко. Я тебе серьезно говорю, смотри. Я даже, я не знаю, зачем я руки держу. Вот реально, просто. Все, поскакали. 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 Скачем, 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 скачем. Оп. О! Опа. Так, значит, нам тут надо... О! Ну, слушай, легко. О! Вперед. Так, молодец. О! Тихо, 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 тихо. Что, раскачиваться, типа? Ой, господи. Какая-то фигня. Опять мультик. Лезем вверх. Хорошо, что попасть уже высоко собраться. Это учебное занятие для тех, кто чувствует себя неловко на высоте. Но готов с этим как-то побороться. Карабкаться это не труднее, чем забираться. Есть только лишь разница, что занятия йогой никуда вас не перемещают. Ну хватит болтать. Поднимайте руки. Вдохнув газеть не обязательно. Подойдите к препятствию. Опустите руки. Хватитесь за препятствие. Посмотрите вниз, чтобы подтянуться. Идите вперед, отпустив руки. Главное вовремя отпустить руки. Отпустите их слишком рано или поздно куда-нибудь скажите. Ухудше займитесь йогой. Спасибо за видео. Я, в принципе, это понял. Смотри, вот так вот. Опа. Опа. Смотри, чисто спидран. Спидран, спидран, спидран. Спидран! Спидран, смотри, спидран. Ну, ладно. Здесь тоже, в принципе, у нас тут небольшие трудности. О. Наверное, быстрее, типа. Зато. О, вот это мы собрались, конечно. Да, быстрее, походу. Нам туда надо, да? Что нам делать? Двигать? Можно как-то двигать? Можно. Поезд подвинули. Давайте заберемся, почему бы и нет. Так. Ага, нам туда, наверное, надо. Вперед! Че, угорайте? А!
понимаю. Я первый раз упал. Где? Ага. Никуда бежать. Один раз упасть и возродиться. Ха! Реально первый раз, что упали чисто. Понимаю. Возродиться. Первый раз упасть и возродиться. Прикольное достижение. Типа для лоха, да? Главное тут это... Не перепутать кнопки. Опа. А! Ура. Так будем лучше держать, потому что не знаю, что будет дальше. Вдруг сейчас огромный обрыв будет. Все, хорошо. Так, дальше. Что у нас тут? У нас тут поезд. Мы идем прям такие веселые человечки по имени, под именем Молочный человечек. Не молочный. Не знаю, какое-то название. Человечек, который... Пластилиновый. Пластилиновый человечек. Вот как его назовут. Пластилиновый человечек. Ну или молочный. Не, давайте лучше молочный. Молочный прикольный. Прикольный молочный. Нет! Хорошо. Молочный человечек. Так, разгон, походу не туда надо. В смысле? О, красава, человечек. Хорошо. Так я не знаю, зачем я его подвинул. Наверное, чтобы забраться, типа. Ну да, в принципе, я думаю, мы бы не забрались. Нам в тот дом надо, что ли? Господи. Ну и уровень, конечно, посложнее, чем другие. Серьезно тебе говорю. Сохранение. Крутяк. На меня, понятно. Понимаю, все хорошо, открыли. Выход. У-ху! Полетели! Ура! Что там наверху? Пройти уровень гора. Угу. Прикольно. Ну, он, в принципе, это в следующей серии, я думаю, мы вот этот уровень пройдем. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии. Ну а с вами был, как всегда, Iron Ren, и всем пока-пока!